Всем привет, дорогие друзья! На проводе, как всегда, реальная Италия. Реальная Италия в горах, дорогие друзья. Но я сегодня буду говорить о море. Наверное, многие из вас уже приготовили чемоданы для того, чтобы приехать в Италию, выбрали пляж. Многие, может быть, еще только выбирают. Итак, дорогие друзья, как же правильно выбрать пляж, курорт в Италии? Видео может быть полезным для тех, кто живет в Италии и собирается выбрать себе пляж. Так вот, дорогие друзья, оказывается, не все пляжи в Италии обладают прекрасной чистотой и сервисом. Значит, в 1987 году была создана такая организация, неправительственная и некоммерческая, была создана где-то 49 странами, значит, премией которой является голубой флаг. Значит, премию получают лучший и самый чистый пляж, значит, вообще в округе, на территории какой-то страны, которая вот именно входит в эту как бы организацию такую неправительственную. Так вот, дорогие друзья, на территории Италии сегодня мы можем выделить топ-16 самых лучших и чистых пляжей в Италии. Вы готовы, дорогие друзья? Итак, поехали! А как же выбирают пляж? По каким параметрам, дорогие друзья? Конечно же, первым делом это информационное пространство, которое должно быть открыто и предоставлено любому гражданину, которому интересна эта территория. Он должен знать, какое качество воды, значит, какой сервис предоставлен. То есть информативность населения – это, конечно же, очень важное качество и находится в одном из самых главных параметров вот этой вот неправительственной программы. То есть программы, которые они вот создали INSEM вместе с 49 государствами, разработали вот такие параметры. Итак, второе, конечно же, это чистота, дорогие друзья. Естественно, чистота на пляже, чистота вокруг пляжа. Рядом не должно быть никаких мусорных свалок. На территории пляжа должны предоставлены быть различные бидоны, то есть мусорные баки, которые делают такое вот разделение пластики, бумаги, значит, биологического мусора. И уже, конечно же, в Италии существует и индифференциата, где более-менее можно что-то собрать пакетик и все вместе бросить. Но, тем не менее, итальянцы следят за этим и достаточно дифференцируют мусор. Поэтому, значит, должны быть вот эти вот баки, которые делают разделение мусора на лучшем пляже. Дальше. Питьевая вода. Обязательно на таком пляже, который претендует на голубой флаг, должна быть питьевая вода. То есть то, что вы принесли с собой, вы выпьете. Но потом вы с большой радостью наполните свои бутылочки чистой питьевой водой, которую вам предоставят бесплатно на пляже. Конечно же, это значит надежность и сикуреца, скажем, на итальянском языке, людей, которые отдыхают на этом пляже. Значит, бригада отважных парней, которая должна вести наблюдение не только за пляжем, но и за морем, конечно же, будет охранять ваш отдых. Это обязательный, значит, маневр на каждом из пляжей, скажем так. Ну, а на пляже, который претендует на голубой флаг, это, естественно, значит, конечно же, один из главных параметров. Дальше. На таком пляже должно быть предоставлена возможность людям с такими вот
какими-то людям, которые имеют инвалидность, инвалиды, колясочники, они должны иметь, например, подход к морю. Ведь по песку вы коляску не сможете подкатить, а на таком пляже, который претендует на голубой флаг, конечно же, будет вот этот вот подход к морю и для людей с ограниченными возможностями. Ну, параметров вообще по этой программе разработано около 28. Там и дидактические какие-то мероприятия, которые направлены на развитие экологического образования населения, отдыхающего на пляже, естественно, и другие сервисы на пляже должны быть предоставлены. И, конечно же, должна быть очень далеко парковка быть от этого пляжа, достаточно чистого пляжа, экологически чистого, и не проходить никакой транспорт. Это может быть транспорт только специализированный. То есть те же самые пожарники или те же самые, например, скорая помощь может пройти, и не более того, дорогие друзья. Очень жесткие параметры, по завоеванию этого голубого флага. Итак, вы готовы, дорогие друзья? Теперь, когда мы рассмотрели параметры, вы все же готовы, узнать, какие же пляжи Италии именно считаются одними из самых суперчистых. И вы туда едете, дорогие друзья? Вот сейчас вы это узнаете. Так, дорогие друзья, поехали! Итак, первый регион, дорогие друзья, Абруццо, Вилла Лаго или Лаго Дискано. Это самый лучший и чистый пляж, который завоевал в 2019 году голубой флаг. Следующий регион, дорогие друзья, Базиликата. Самый лучший пляж в Базиликате Пистичи, дорогие друзья. Второе место у нас вот именно в нашем списке 16 пляжей Италии, самых чистых пляжей в Италии. Итак, Калабрия, дорогие друзья. Сан-Никола-Арчилла. Самый чистый пляж в Калабрии. Сан-Никола-Арчилла. Регион Лацио. Анцио. Анцио – пляж, самый чистый пляж в Лацио. Лацио – это регион, где находится у нас столица Италии. Рим, Рома. Лигурия, дорогие друзья. Рива Лигуре. Рива Лигура, естественно, вошла в самые чистые пляжи Италии и завоевала голубой флаг. Кстати, Франция была одна из первых стран, которая вот именно завоевала этот первый голубой флаг. Так, дорогие друзья, поехали дальше. Следующий регион, дорогие друзья, Марке. Пляж, который завоевал голубой флаг, это, конечно же, Габичи, дорогие друзья, Габичи. Итак, дорогие друзья, регион, мой самый любимый регион, это Апулия. Пляж, который в 2019 году завоевал голубой флаг, это Маруджо. Маруджо. Пляж, который самый чистый в Пулии считается в 2019 году. Итак, дорогие друзья, Сардиния, Сант'Антиоко, Сардиния по-итальянски, Сант'Антиоко – это самый чистый пляж с бандьерой блу, с голубым флагом на 2019 год. Остров Сицилия, Подзалу. Подзалу завоевал самое чистое вот название в 2019 году с голубым флагом. Подзалу. Тоскана.
Тоскана, дорогие друзья, в этом году завоевал голубой флаг пляж, который называется Пьембино. Пьембино. Вы купили билет именно на этот пляж, приедете отдыхать. Вам повезло, дорогие друзья. Пьембино считается самым чистым пляжем в Италии 2019. Венеция, регион Венето, Венеция, Чертоза, Марино. Это пляж, который завоевал голубой флаг 2019. Отправляемся в гости к неаполитанцам, регион Кампания, Позитано, дорогие друзья. Самый чистый пляж 2019 в неапольской диаспоре. Трентино, Альто, Адидже регион. Левико, Терме, Северная Италия, дорогие друзья. Надеюсь, и туда вы купили билет. Фриули, Венеция, Джулия. С таким красивым названием, дорогие друзья. Пляж Граду в этом регионе самый чистый пляж 2019. Молизе, дорогие друзья, Кампо Марино. И 16-е, может быть, одно из самых первых, дорогие друзья, регион, в котором проживаю я. Как вы думаете, дорогие друзья, какой пляж в 2019 году получил голубой флаг? Правильно, Католика, дорогие друзья. Итак, топ из 16 пляжей, самых чистых пляжей в Италии вы сегодня узнали. Добро пожаловать на отдых в Италию!